Вы сейчас предложили набор мер. А что, раньше это нельзя было предусмотреть? Значит, правительство чем занималось? Вот когда вводило соответствующие нормативы, когда поддержала изменения взаимоотношений между регионами и РЖД. Мы ведь деньги предусматривали соответствующие по 25 миллиардов, да, в предыдущие годы. Был график выстроен работы. Значит, нужно было добиться того, чтобы или график выполнялся своевременно, либо деньги предусматривать. Ну что, у нас Министерство транспорта не существует, что ли? Есть, по-моему, вы курируете эту отрасль, да? Что происходит? Секундочку. Мы понимаем, насколько это серьезно. Это же не один автобусный маршрут отменили. Перестали ходить электрички в регионах. Вы что, с ума сошли, что ли? Послушайте, это просто даже это несерьезный подход к делу. Это же касается там тысяч людей. Это касается производств. Люди едут на работу, либо не едут туда. Это что, неужели нельзя было сделать заранее? А теперь вы говорите, нужно еще 2 месяца для того, чтобы эту проблему закрыть. Железнодорожное сообщение пригородное должно быть восстановлено немедленно, с гарантиями соответствующими РАО РЖД, регионам по решению проблем. Или, если там, где они в состоянии сделать это самостоятельно, нужно отрегулировать это таким образом, чтобы это было сделано. Но сделано немедленно, не дожидаясь там формального решения и провода через парламент или через даже решение правительства каких-то вопросов. Здесь тоже определенные процедуры должны быть. Оперативным способом нужно восстановить движение пригородных поездов.